Добрый день, дорогие друзья. Салам алейкум. Как-то совсем неожиданно в конце мая к нам пришло жаркое лето. Парит не на шутку. Кипит работа, но, честно говоря, снимать по батарейкам, хотя давайте покажу фронт работ. Ну, даже по зарядникам видно, что фронт работы у меня есть, как бы есть. Как бы и в зарядном боксе все чих-пых, все ровно. Но энтузиазма снимать по работе нет. Энтузиазизма, так сказать. Помнится, зимой обещал сводить вас на речку, показать нашу реку. Мне писали, что с удовольствием посмотришь, что за река. И именно этим мы сейчас и займемся. Как говорится, делу время, потехе час. Ну, час... Нет, давайте сделаем так. Все будет сниматься в прямом, так сказать, эфире. И вы наглядно увидите, сколько времени у нас уйдет на искупку, покупку или как по-другому. Сходим, замочим свои клубенечки. На улице жарища. Так, одеваем шляпу, ландурики, зубу. В зубы берем сигаретку и по дороге покурим. Парить не на шутку. Вот смотрите, сейчас 36 градусов, и это в тени. Это в тени. Так, банда в сборе. Банда в сборе. Идем купаться. Купаться пойдем, Шара? Купаться. Где купаться? Пошли. Аля, вперед. Кеша, Аля. Кеша, купаться. Купаться. Вау. Вперед, кривые ноги. Пойдем по самому короткому пути через задний проход, и вы посмотрите и убедитесь сами, как далеко от меня находится речка. Ох, Яша как бежит, как настоящий блин. Увидели. Ух ты. Так, вот это и есть наш задний поход. Увидели корову. Или это бык, блядь. Мы там пляжу. Ходят и коровки на водопой. Поэтому бляш этот заминировал. Ну-ка, эй! Блядь, не дай бог, бык. То и мне не позволяет. А это бык, блядь. Не злите этого парня, ну он нахуй. Я-то на крышу запрыгнул, блядь, гаража, а вы хуй. Ну, подходим к речке.
Пляжный сезон я уже открыл. Пару раз купался. Жарит пятый день. Вот они. Голубятинки захотелось. Нет, Кеша. Просто так. Ты их не возьмешь. Ну, что, Шара? Вкусная вода? Мокрая? Так. Сниму я свои манишки. Очки. Трусы и рубашка лежат на песке. Никто не плывет по опасной реке. Но глинистая здесь. А, такая тепленькая водичка. Но ноги — это одно дело. А вот когда до клубня дело дойдет, водичка дойдет, то это уже другое. Так, бригада за мной. Неплохо, вон уточки плавают. Уточки. В том году леблиги были. Вот, взлетает. Пошел. Так, ну что, в принципе, можно нырять. Бля, ребята, кайф, это кайф, конечно. Оп. Что там, рыбка есть, интересно? Нет, давайте посмотрим. Как там с рыбой дела обстоят? Фу. Ой, какая вода, как парное молоко. Блять, голуби какать не надо на ходу. Бомбежку чуть не устроили мне, блядь. Ну вот, в принципе, вот так проходит мой рабочий день. В течение дня 2-3 раза бегаю на речку. Мою свои подмышки. И не только. Бригада, за мной. Мои аккумуляторщики тоже приняли, целый день принимают солнечные ванны, сейчас приняли водяные ванны. Шара, до дома, до хаты. О. Так, одеваться не буду, дойду до своей резиденции. Так, сейчас вон дорики намочатся, вот что. Ключ не потерять. Один раз потерял ключ здесь от гаража. Так, где он, на месте? Нет. Ну вот, друзья, примерно так выглядит
наша речка. Видно, видно вам, да? Вон наша церковь. У нас две церкви здесь в городе. Вон там городской пляж. Вот это городской пляж. Слышны голоса. Видимо, не я один купаюсь. Кто-то еще. Так, бригада, домой. Ну что, сейчас должны приехать за батарейками. Поэтому гребем в сторону до дома, до хаты. Вот они как любят после купания носиться. Ой, блядь. Я же говорил, скользкие рондорики. Чуть-чуть не пизданулся. Ну что, друзья, на этом наш ролик буду считать оконченным. Всем добра, здоровья, прекрасного лета. Удачи и, самое главное, берегите свои батарейки. Всем пока!